Всем привет! С вами самая добрая и самая обаятельная программа «Словарики», потому что ее героями становятся дети. Сегодня мы отправились в детский сад номер 279. Предлагаю познакомиться с нашими юными и любознательными. Мне 5. Мне 5, я Игу. Они тоже 5. Меня зовут Маша, 5 лет, хожу в садик. Меня Вика Лая. Доценка Игу. Милана. Мне 4. Половины. Меня зовут Вероника. Меня Илья зовут. Мне 4 года. В этот раз мы решили узнать, что такое выставка и какие они бывают. Выставка – это когда они что-нибудь делают. Да нет, оставляй что-то. Например, кукольный театр, но я там кукольный. Чем такое? Театр кукольный театр. Я была на динозаврах. Я была на кошечек. Машины. Там можно ездить, а там... Еще... Рисунок. Я вот видела такую еще кошку с такими. И еще там есть лошадки. Я была на выставке динозавров. Я вот такие. И еще там собаки, кошки разные. Динозавров один открывал вот. Это были они заводные. Еще самолеты даже. Для чего и где люди фотографируются? Ну, чтобы потом показывать людям. Ну, и некоторые снимают, чтобы показать людям, что еще осталось от умертвых динозавров. Для красоты. Чтобы были фотографии, фото. Да. Я не знаю. Одеваются по-разному. Зачем нужно смотреть? И потом скачивать еще. Запалки. Запалки. И в лимузине. Я фотографировала кукол. А я фотографировала свою сестричку Диану. А себя. Я фотографировала маму в горах. Я люблю бабочку, только она мне никак не попадается. Да это мама мне-то. Поставай телефон и... Все вместе Трофим Васильевич, мама еще. Мы с мамой когда-то сфотографировали, она меня, я ее. По очереди. А я люблю ваших коловок. Всем троем. Получилось так. У меня в планшете есть сказки. 3. Зачем мы носим сумки? Для того, чтоб ничего не выпало. Да. А у меня есть синяя сумка. У меня есть телефон. Чтобы когда что-нибудь такое... Чтобы ничего не потерять. Да, и что много, а луков у тебя 2, ты можешь сумку и туда еще положить. У моей мамы есть. И у моей мамы. Вот у меня-то вот игрушки их. Можно телефон положить, зарядку положить. У мамы вот такого размера. Квадратного. Я даже ложу, когда в садик как иду, а у меня там целый денег богатства. Я бы хотела себе малиновую. У меня, например, с дин-дин. А у меня с бантиком. Нужно доставать, а кто звонит, нужно брать трубку. Я хотел себе гольчу. Я ношу хломастеры. Ездит на поезде. Ездит бабушки. Я ношу маленьких кукол, бабушки. Что сейчас модно читать? Книги. Книги про осень, про лето. Про зиму. Про весну. Книжки. Книжки. Комиксы.
Моя мама читала Паваю. Сказки для детей. Да. Любые. Сказки любые там. Или взрослые книжки есть. Да. Журналы люди читают. А взрослые читают взрослые книжки. Еще можно до рыб смотреть, как нужно ловить. У меня есть дома это журнал, журнал по динозаврам. Читать, как нужно делать работы. Да. Там все динозавры. Нет, почти. Книжка по динозаврам и... Ой, журнал по динозаврам и книжка по динозаврам. Это где-то по телевизору показывали, я где-то забыла, где это показывали. Я люблю про рыжую обезьянку и еще про Рапунцель. Мы книжки читали, сказки я читаю еще. Она уменьшилась, а спилоска и пила напитки, чтобы уменьшиться. И ела пилозок, чтобы убольшиться. Рыжая обезьянка помыла зубы, а потом уже легла спать и заснула. Ну, дедушкины сказки, ну, еще там, ну, царевна лягу, ну, я еще там какой медвежь, Винни-Пуха смотрела. Я еще мультик смотрела, я не умею. Я тоже не умею, но люблю читать. Я читаю про собачку, люблю читать. Еще я нашел книгу Винни-Пух. У меня только много бабушек, а дедушек нету. Такие вот мысли у самых непосредственных жителей нашей планеты. Цените каждый миг и не спешите взрослеть. До новых встреч!